Всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня будет самое, что ни на есть весеннее видео. Ведь сегодня мы с вами будем разговаривать про такие моноцветочные ароматики из серии Букеты России. Вы знаете, я про эти букеты России вспомнила совершенно случайно. Почему вспомнила? У меня когда-то давным-давно было несколько ароматов из этой серии. У меня была был ирис и была ромашка. И по моим воспоминаниям, это было очень-очень даже не дурно. Они у меня еще несколько лет на полочке стояли, так знаете, законцентрировались, забальзамировались. И вот я была в полном восторге, я помню, что от ириса. Кстати говоря, на Wildberries я не нашла этого ириса и не нашла, по-моему, черный тюльпан. Хотя хотела взять его. Ну, в общем-то, взяла из того, что из, из из того, что было, не стала брать какие-то совсем банальные ароматы. В общем, что заинтересовало? Мне кажется, интересные получились у меня такие экземпляры: звонкий колокольчик, альпийская незабудка, красивые коробочки. Если честно, мне нравятся, несмотря на то, что такие, ну, такое дешевенькое оформление, но что-то в этом есть такое ламповое. Обворожительный подснежник сладкий барбарис. Вот, кстати, его ждала как-то больше всех остальных, очень интересно. И яркий гладиолус. Кстати, каждая коробочка была запакована в слюду, ну я уже слюду сняла, чтобы здесь не шуршать вам в кадре. Каждый ароматик мне обошелся где-то в районе 150-250 рублей. Какой-то аромат вышел дороже, какой-то дешевле. Вот, кстати, говоря, сладкий барбарис вышел мне дороже всех. Но ну, очень уж я хотела его попробовать, ну прям очень хотела попробовать. Никакие отзывы, особо ничего я не читала. И знаете, мне показалось интересным построить так этот разговор сегодня. Я буду описывать. Что я жду от каждого аромата, и потом мы уже будем с вами слышать и как бы сравнивать, оправдались ли мои ожидания, надежды на тот или иной аромат. Ой, я помню, в свое время я эти цветы России, букеты, почему-то у меня цветы России. Может быть, они раньше назывались не букеты, а цветы России. Так вот, я их покупала в фикс-прайсе по 36 рублей. Тогда была фикс-цена в фикс-прайсе 36 рублей. Знала бы я, <свят> набрала бы себе в прок, чтобы они у меня еще настояли. Сейчас, конечно, это все значительно дороже. Конечно, можно, можно было бы взять на бьюти-депо, потому что там они до 100 рублей. Но на бьюти-депо, насколько я понимаю, только от 5000 бесплатная доставка. И как-то дольше ждать. И, в общем, взяла на вас. Так, ну с чего мы с вами начнем? Я бы хотела начать вот с этого сладкого барбариса. Посмотрите, какой классный флакончик. Какой-то в этом есть такой, знаете, привет из Советского Союза. Я помню, что вот у моей учительницы в музыкальной школе там была такая антресоль, и там стоял какой-то вот такой аромат. По-моему, чайная роза или что-то такое. Посмотрите, какая прелесть. Ну, такая, конечно, дешевенькая наклеечка, все такая вот пластиковая крышечка, стекло такое какое-то непонятное. Ну, это очень мило, как мне кажется. Что я жду от этого сладкого Барбариса? Я от него жду газировки. Кстати, я вот сейчас сижу, пью вот такую вот газировочку э, грузинскую, тархун. И я вот жду от этого аромата какую-то сладкую газировочку Барбарис. Э, мне кажется, это будет что-то очень сладкое, такое очень... Э, Какие-то какие такие вот э, пузырьки какой-то сладкой газированной водички. Давайте попробуем. Слушайте, ну это не совсем так. Честно говоря, я ждала немного другого. Здесь, конечно, есть, прослеживается вот этот вот барбарис. О, аромат будет очень нестойкий, я уже это чувствую. Очень много спирта в старте. Кстати, вот вы знаете, когда я покупала цветы России давно-давно-давно, я не знаю, в каком это было году, может, в 2012 2013 я еще помню, как-то удивилась, что нет какого-то такого старта очень спиртового, и они были какие-то более насыщенные. Может быть, еще все зависит от самой композиции, может быть, в других ароматах, может быть, просто здесь такая вот очень легкая композиция, но прямо она тает на вот этой вот, на ватном диске, прямо тает, тает. Давайте на коже попробуем, мне даже интересно. Она прям совсем-совсем какая-то легкая цветочная вода с очень большой, очень большим процентом спирта. Ну вот с кожи здесь уже есть такая вот, да, барбарисовая лимонадность. Но вы знаете, здесь есть еще какие-то фрукты, причем здесь яблоко есть, да. Ну так это яблочко, елки-палки. Это яблочко, причем знаете яблочко в какую тему? Яблочко в тему а, вот этого аромата от Бракарт, ароматы природы а, Антоновка и Луговая клубника. Да, только здесь есть, естественно, клубничка, но я уже говорила вот на стриме, что он у меня засластился, появилось больше клубники и чуть больше таких вот кондитерских специй. А здесь как раз-таки вот он в старте был такой, как этот барбарис, такое mm -hmm. вот яблочко, да, Антоновка, наше какое-то яблочко, такое кисло-сладкое. Ну и какой-то оттенок барбариса есть. Ну, честно сказать, ждала немножко интересного более звучания, что-то как-то. Ой, совсем прозрачно, это вообще не будет держаться. Это может быть как э, даже интерьерный аромат не пойдет, потому что он просто не будет даже на тканях задерживаться, мне кажется, вообще. Но аромат приятный. Это, знаете, мне кажется, такой вариант выйти из душа, может быть, после депиляции побрызгать на ноги. Или как антисептик, кстати говоря. Потому что мне не очень нравится, когда слишком насыщенный аромат у антисептиков. Если постоянно им пользуешься, вот у меня сейчас антисептик от Зелинский Розен, там такая насыщенная композиция, что, ну, мне прям надоедает этот аромат, он мне прям уже, честно говоря, приелся, хотя он мне сам по себе нравится. А вот этот вариант, да, это вариант антисептика, ну, не очень интересный, я ждала больше Барбариса, здесь какое-то такое яблоко дешевое, прям дешевое-дешевое яблоко, ну, немножко Барбариса, ну, как-то так. Я сейчас разложу у себя здесь коробочки и на каждую коробочку положу вот этот вот блотер. И потом с вами уже резюмируя все сказанное, послушаем эти блотеры, какой аромат более или менее остался вообще на этом ватном диске. Ну, то, что мне кажется, они даже с ватного диска сейчас будут слетать просто моментально. Уж совсем какая-то прозрачная композиция. Поехали дальше. Попадается мне под руку вот такая вот альпийская незабудка. Такая вот милашка. Здесь уже такой белый колпачок. Вообще симпатичная, конечно, упаковочка. Мы с вами в конце видео еще такой рейтинг составим. От менее интересного к более интересному. Но опять-таки в рамках вкусовщины, но тем не менее, да. Что я жду от этой незабудки? К своему стыду я не знаю, как пахнет незабудка. Мне кажется, что это будет такой а, свеженький аромат такой лесной, возможно, с отсылкой к ландышу, а, к подснежнику, что-то такое, знаете, вот ну, такой свежий аромат лесных холодных цветов в России. Возможно, здесь будут какие-то водные ноты, вот что-то такое. Такой, наверное, будет очень органический, такой вот а, лесной цветочный аромат, как, 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 какая-то зелень перетертая. Знаете, когда в руках вот мнешь какой-то листочек, да? Давайте пробовать. Ой, какая прелестная вещь. Вы знаете? Ну спирта много. Спирта много, но здесь уже композиция такая более цепкая. Не как вот этот Барбарис. Барбарис что-то совсем... Кстати, вот сейчас беру Барбарис. Как-то он подуселся. Но кожи его уже вообще нет. Но вот на ватном диске Барбарис более сладкий стал. И более как-то в сторону а, вот этой вот фруктовой газировки. Сладкой газировки. А вот здесь более цепкая, мне кажется, композиция. Слушайте, ну я на кожу хочу. Как-то не знаю, я, я как-то уже привыкла, что я все на кожу наношу, наношу как-то мне так информативнее. Ой, слушайте, это такая прелесть. Да, здесь очень много зеленых нот, очень много зеленых нот, но все это оттенено. Ой, очень природная, натуральная композиция, очень весенняя, очень красивая композиция. Вот мне прям это, эта вещь нравится, честно. А, вот... Не сказать, что звучит как-то как, как какая-то люксовая парфюмерия или какая-то еще. Это просто какая-то природная цветочная вода. Очень натуральное звучание, правда. Знаете, о, вы знаете, я прям, девчонки, это прелестная вещь. Ой, мне очень нравится. Вот когда приходишь в лес, такой, знаете, августовский, наверное, лес. Сначала, ну, наверное, да, август уже когда так уже такое холодное лето не жарище, такое уже холодное лето, уже под конец туда. И какой-то такой вот какофония, тут же и мхи какие-то, и кора деревьев. Вот это все как-то смешивается, и какие-то вот эти вот лесные разнообразные цветочки везде растут. Ой, здорово, очень красиво. И есть здесь какой-то момент, какой-то лимонной травки как будто бы. Какая-то здесь есть такая остринка лимонная, что ли. Либо лимонная, либо знаете, чем еще это отдает? Мелисой. У меня вот в саду растет мелиса, мы всегда с ней чай завариваем со свежей мелисой. Приятный аромат с легкой кислинкой. Трава, кислинка легкая, такая мятно-лимонная. Очень много в этом аромате воздуха. Ой, он очень красиво будет весной звучать. На весеннем ветерке вообще будет очень здорово. На таком прохладном еще ветерке здесь очень много зеленых ноток таких. Натураль, натуральной зелени такой. Но причем, вот вы знаете, эта зелень, она не супер какая-то терпкая, не горькая. Такая очень мягкая зеленовость тут есть, очень мягкая. Знаете, вот, да, абсолютно весенний аромат. Не знаю, почему я сказала про август. Может быть, это весенний лес, когда наоборот все начинает распускаться как-то, да. Это свежая зелень, которая вот только-только-только рождается. Вот такие вот листочки зеленые, молоденькие, слабенькие еще совсем. Сочные. Ой, изумительная вещь. Вот эта вещь мне очень нравится. Не забудка, мне действительно понравилась. Мне очень нравится, что это очень природный аромат. Он прям такой, знаете, натуральный-натуральный, природный-природный. Такой вот прям я прям, наверное, буду им пользоваться. Вот как сейчас у нас весна разгуляется. Чудесная вещь. И, возможно, буду использовать в интерьере, на текстиль как-то еще, не знаю. Мне очень понравилось. Звонкий колокольчик. Какое очарование. Посмотрите, какой милаш. Вы знаете, мне кажется, что я помню, как пахнет колокольчик, потому что я живу за городом, у нас здесь рядом с домом такое поле, мы с мужем летом там гуляем, и мы частенько ездим в лес за грибами, и я как-то обратила внимание, вот я раньше как-то не обращала внимания на эти колокольчики, а в какую-то поездку я прям обратила внимание, сорвала парочку, они такие крупные были, и мне показалось запах такой, очень свежий запах у колокольчиков, знаете, запах такой... Лесной цветочек, но запах такой очень, он и сладенький, и свеженький одновременно. Такой какой-то очень э, бодрящий такой аромат. Ну, очень приятный, с кислиночкой даже тоже, с какой-то аромат. Мне даже интересно, как они здесь сделали этот колокольчик. Сейчас попробуем. Ой, точно! Это что-то такое и было, да. Ой, какой приятный аромат. Слушайте, это такой очень свежий-свежий, такой какой-то такой звенящий-звенящий полевой цветочек. Аромат такой свежий, сладкий, очень яркий. Такой прям насыщенный. Вот здесь прям такая насыщенная композиция. Мне это нравится. Очень яркий аромат. Тоже в нем есть... Вот знаете, он чем-то перекликается, кстати говоря, с незабудкой перекликается. Но в незабудке в ней больше травы, травяных нот, свежих нот, больше органических нот. Он прям такой природный-природный аромат. Очень природный аромат. Здесь очень много зелени, стеблей зеленых. Знаете, вот именно Мха какого-то, земли, какой-то лесной, даже землистость тут какая-то в этой незабудке есть. А в колокольчике нет. Здесь ничего этого нет. Здесь просто такая цветочная, кисленькая сладость. Ни горечи абсолютно никакой нет. Очень позитивный аромат, очень яркий, искрящийся. Здесь тоже есть какая-то, как будто, цитрусовая нотка. Ну, даже вот не цитрусовая, а именно какой-то цитрусовой травки. Мелисы какой-то. Вот что-то такое. Ой, прелесть, прелесть. Колокольчик мне тоже очень понравился. Даже не знаю, что мне понравилось больше. Незабудка или колокольчик? Яркий гладиолус. Я очень люблю гладиолусы. Они растут у нас в саду. Такие вот гладиолусы всех сортов. Красота. Как красная крышка. Давайте слушать, что это у нас такое. Ой, ой, это на что-то очень похоже. Ой, это на какой-то люкс похоже. На какой-то похожий люкс. Слушайте, сейчас я его на коже распылю. Все, Барбариса нет. Вообще. Просто. Ну, что-то есть какие-то отголоски, но постольку, поскольку. Слушайте, это правда на какой-то люкс прям смахивает. Конкретно причем. Только не пойму на какой. Слушайте, знаете, на что это похоже, мне кажется? На Bright Crystal Versace. Такой какой-то аромат. Слушайте, это очень бюджетный, такой какой-то вариант люксового офисного звучания. И мне почему-то очень приятно, очень. Мне кажется, это действительно очень похоже на Bright Crystal Versace. Девчонки, у кого есть Гладиолус, напишите, согласны вы со мной или нет? Или, может быть, с каким-то другим ароматом он перекликается? Мне кажется, на Bright Crystal Versace прям похоже. Здесь, мне кажется, есть мускус в этом аромате. Ну, такое, прям, знаете, современное, люксовое, популярное, уместное звучание. Какой-то особой сладости нет, какого-то такого органического аспекта вообще нет. Нет какой-то, вот как вот во всех этих ароматах, особенно вот незабудка, колокольчик. Здесь все-таки есть такое лесное звучание, такое вот какое-то такой дикой природы лесной, каких-то вот, ну, зелени очень много, вот таких вот моментов. А здесь такого нет. Здесь, мне кажется, здесь, здесь вообще нет вот такого вот природных каких-то аспектов вообще. Это такое хорошее, хорошее люксовое звучание. И не дурно, очень красиво. Тоже такой цепкий аромат. Мне кажется, будет, мне кажется, он дольше всех будет держаться из них. Пока что вот из всех, что я послушала, очень красиво. Если вам не нравятся вот эти букеты России за их такие зеленые натуральные звучания, вот это чисто люксовое звучание, абсолютно ничего я здесь такого природного, честно говоря, не слышу пока что. Красиво. Легкая фруктовость тут есть. Ну, цитрусов нет никаких. Просто какие-то такие фруктики холодные. Водичка такая, водность немножко, мне кажется, даже в нем есть. Мускус. Сто процентов мускус есть. Ну, какая-то такая легкая, возможно, белоцветочность. Легкая-легкая совсем. Причем цветочки такие, ну, знаете, ну, тоже какие-то такие простые цветочки. Никак никакой тут туберозности, жесминовости нет. Ну, какие-то, короче, простые цветочки. Остриночка такая есть. Возможно, какой-то перчик розовый положили. Но что-то такое. Не, интересный аромат классный. Такой прям ход ходовой такой офисный вариант. И остался последний аромат. Это обворожительный подснежник. Обворожительный. Красотуля вот такая. Тоже очень интересно. Вообще подснежники это прям в тему весны. Ой. Так. Ну что у нас тут такое? Ой, какая красота. Ну это правда подснежник. Ой, прелесть. Вот это да. Вот это прям в стиле, вы знаете, когда вот слышишь, да, такое, такое, такое название, цветы России, букеты России, вот сразу этот аромат в голове всплывает у меня лично. Ну это Ландыш. Может быть, да, Ландыш, подснежник. Ну вот туда, в Ландышевую тему. Все, Ландыш. Ландыш, зелень, холодок такой. Ой, красиво очень очень красиво. Ландыш, вот это белоцветочье лесное, холодное такое, дикое, зеленое, листики вот эти зеленые, вот эти корневища, опять же, мхи какие-то различные. Ой, красота неимоверная. Ну, что говорить, это на тему ландыша. Тут как бы вот все, все, все в принципе, ясно. Красивый очень аромат. Мне вот, кстати, интересно, производитель-то вообще пирамиду какую-то указывает этих ароматов? Что-то я здесь на коробочке пирамиды никакой не вижу производитель Гай Алари. А, давайте зайдем, посмотрим, что они там. Мне просто самой даже интересно, может, я попала, куда не попала, посмотрим эти пирамидки. Ну, наверняка же это не моно аромат, пирамида да какая-то. Нет, это абсолютно не моно. Пирамида 100% должна быть, потому что вот этот вот гладиолус, ну, это прям люксяо, прям люксяо конкретное. За эти деньги прям супер, девчонки. Кому нравятся такие люксовые звучания, вот именно такие вот в стиле Версачи, вот этих вот кристаллов, Свежих. Вообще. Сейчас заглянем, девчата, почитаем, посмотрим пирамидочки, познакомимся. Так, с чего мы с вами начали? А начали мы с вами с Барбариса. Сейчас мы, как раз, все это еще раз послушаем. А, начальная нота Барбарис сирень. Барбарис сирень. Конечная нота кедр мускус. Ну, я не знаю насчет сирени. Не знаю, я здесь сирень не слышу. А, ну нет, сирени я здесь не слышу. Яблочко барбарис, фруктовость. Нет, сирени здесь я не слышу, к сожалению. Хотя было бы интересно, если бы она здесь была. Самый нестойкий из всех барбарис оказался. Ну интересный вариант, такая фру фруктовая. Ну, слушайте, вот сейчас я его с блотера слушаю. Ну какая-то есть сладкая цветочность, кстати, в нем. Возможно, может быть и есть сирень. Слушайте, знаете, он чем-то похож. Может, конечно, меня уже глючить начинает, но, по-моему, он с чем-то похож с Пэш. Потому что в Эклядер Пэш вот есть какая-то такая фруктовость. Потому что тут действительно есть сирень. Что-то я просто как-то, знаете, уперлась, уперлась в эту фруктовость, в этот барбарис. Возможно, и есть. Ну, чем-то перекликается с Пэш. Ну, Эклядер Пэш, конечно, это отдельная песня. Так, поехали дальше. Вот мне очень интересно про альпийскую незабудку. Ну, тоже такой аромат по стойкости, все-таки он, да, он, он прозрачный достаточно. Что тут положили нам в альпийскую незабудку? Ну, конечно, вот эти вот пирамиды, вы знаете, друзья, это, конечно, половина из пальца просто высосана, эта пирамида. Так, начальная нота, зеленые листья, да, фрезия фиалков, ну да, фиалка. Ну, не знаю насчет фиалки, но зелени тут предостаточно. Нота сердца, миндаль, красный виноград. Вообще, проехали. Конечная нота, фиалковый корень, белый мускус. Ну, вот фиалка, фиалка. Ну, тут, знаете, вот я бы сказала даже, что это не пудровость фиалковая, а такая цветочная горечь. Я не могу сказать, что я ощущаю именно фиалку, ну скорее какая-то просто вот э, такая горечь корневище цвет э, растений мухи какие-то с землей вместе ну вот да да очень вот из всех из них незабудка самый природный такой самый лесной аромат очень приятный звонкий колокольчик звонкий колокольчик ой да это этот прям яркий до сих пор фонит на ватном диске прям хорошо так звучит что здесь у нас? Начальная нота, опять листья фиалки, цитрусы. Ну, я же говорю, лимончик какой-то тут есть. Есть в этом аромате какая-то цитрусовость. Такая, знаете. Ну, в купе со всеми остальными вот этими травками, муравками, кажется, что это не цитрусы, а кажется, что это лимонная травка какая-то. А, нота сердца, колокольчик, Ландыш, Ирис, тубероза, роза. Какая тубероза, какая роза? Ни роза, не тубероза. Ну, возможно, роза такая, знаете. Вот у меня есть такой аромат. Аталь Рихаб марокканская роза. Ну, это вот от розы одно название. Ну, да. Такая роза, знаете, даже не роза, может, шиповник. Да, да. Это белый шиповник, а не роза. Ну, да, да. Вот какие-то такие вот... Потому что белый шиповник для меня пахнет немножко такая лимонная розочка, вот здесь очень много вот этой какой-то лимонности, такой легкой, но не топорной такой вот цитрусовости, такой там бергамоты какие-то, какие-то лимоны, цедры, нет, а такая, знаете, лимонная травка, лимонная розочка, какой-то шиповничек белый, вот такие вот варианты. Конечная нота, ветивер, амбра. но это очень сильно сказано, никакой тут амбры в помине нет и быть не может, какая тут может быть амбра, не слышу, ну, ветивер, возможно, да. Да, он сюда вписывается. И концептуально, и звучание тоже такое. Немножко такая горечь небольшая. Классный, классный колокольчик, мне очень понравился. Вот особенно интересно сейчас посмотреть, что положили в Гладиолус. А, начальная нота ⁇ Ирис-Бергамот ⁇ Ну да, нота сердца ⁇ Гладиолус-Болгарская Роза ⁇ Опять-таки Роза вот. Как вот Марокканская Роза аль -Рихаб. Вот такая вот Роза. Ну такая Роза, знаете, такая по-детски немножко. Конечно, но оно-то дубовый мух мускус. Ну, мускус стопудово, конечно, тут есть. Ну, вот мне понравилось про бергамот ирис. Да, да, бергамот. Непонятно, какие-то цветочки, не цветочки. Мне казалось, я, по-моему, про него сказала, что розовый перчик. Ну, какая-то здесь есть пряность, не пряность, остринка, не остринка. Вот ее дает все-таки, конечно, бергамот, а не розовый перец. Да, здесь бергамот выступает не в таком аспекте цитрусово-свежем таком, а он здесь это все запрянивает как-то так, за, за воет, вот что-то такое. Очень красивый аромат, абсолютно люксовое звучание. Советую присмотреться, мне кажется, всем зайдет. Здесь никакой органики вот этой вот дремучей, маховой, шипрово какой-то зеленый нет. Очень-очень-очень удобный аромат, очень универсальный. Ну и обворожительный подснежник. Тоже аромат такой очень цепкий, такой он яркий-яркий, ну потому что это ландыш тут. А, так, обворожительный подснежник, начальная нота фрезия, ямайский перец, ноты сердца подснежник, болгарская роза, жасмин, конечная нота, ладан, сантал. Какой ладан, какой сантал? Слушайте, вы знаете, ну нету этих ароматов как такового, какого-то раскрытия, я здесь не слышу. Ну, они, конечно, немножечко как бы так играют, но это настолько вот, ну, это, ну, можно сказать, что нет никакого здесь раскрытия. Почему они не написали, что здесь есть Ландыш? Я его здесь слышу. Ну, ладно, подснежник, Ландыш, болгарская роза опять вот это, жасмин. Ну, возможно, что и есть, конечно, жасмин. Ну, как-то это все. Но здесь прямо орет какой-то Ландыш, вот честное слово. Возможно, это так звучит, подснежник, я не знаю. Не знаю. Ладан Сантал. Это, конечно, сильное заявление. Фрезия ямайский перец. Не знаю, как пахнет ямайский перец. Это что-то, наверное, очень пряное и острое, да? Ну, возможно, кстати, есть что-то такое. Ну, потому что этот аромат, он такой довольно яркий. Он действительно очень яркий. И вот я, когда его облотрила, нанесла, он прям сразу так, прям сразу колется. Он колюченький такой, колючий. Возможно, за счет вот этого старта перечного. Это перец не такой перец, как вот перец, черный перец, розовый перец. Это не пряность перец. А как будто бы это перец, э... сам перчик. То есть не семечки, не, не 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 черный перчик, не не горошек, да, а сам перчик такой вот сочный перчик, какой-то остренький такой пряный, немножко момент, красивый аромат. Ой, после такого затеста не грех и тархунчика бахнуть. Вот вроде ароматы простые достаточно, такие вот как бы моно, как бы, да. Но вы знаете, я прям чувствую, что у меня рецепторы подзабились конкретно от них, возможно, потому что особенно вот этот вот подснежник, яркий очень аромат, колокольчик. Такие они какие-то, вы знаете, очень яркие все ароматы. Давайте составим такой небольшой рейтинг, что мне понравилось больше, что меньше, по стойкости. Вот я разрываюсь, кому мне отдать первое место, либо колокольчику, либо гладиолусу, потому что ароматы прям разные. Но все-таки, наверное, нет. Душа у меня лежит к колокольчику, занимает он золото. Очень красивый аромат. Очень... Он такой жизнерадостный, боже. Он такой светлый, он, вот вы, вы, вы понимаете, это какая-то такая отсылка в беззаботное детство, вот я не знаю, я прям представляю себя маленькой, где-то мы с родителями на даче, я очень любила одна ходить, у нас там поле такое большое было, разноцветие, и, и так все беззаботно, и ветерок, вот это солнышко, какая-то такая вот цитрусовая стриночка здесь есть мягкая шиповничек какой-то, вот такой вот лимонный такой какой-то шиповничек нежный очень. Аромат абсолютно вообще счастья какого-то, очень оптимистичный, светлый, непосредственность такая. В общем, лидер сегодняшнего обзора это колокольчик. Это, это э, звонкий колокольчик, очень, очень красивая нежная композиция, которая вот прям вписывается в концепт этой серии. Второе место я отдам... Гладиолусу, потому что звучание очень интересное, звучание достойное. За эти деньги, девчонки, ну берите букет России, вот этот вот Гладиолус, потому что люксовое звучание, вот это не стыдно надеть в офис, на работу, куда-то в люди выйти, потому что это не звучит топорно, ну потому что колокольчик это больше... Вообще вот эти все ароматы, это больше для себя. Это не чтобы там как-то выпендриться, да, прийти в красивом аромате, чтобы все спрашивали, что это такое, да. Это больше для себя, это ароматы для настроения, вот для какого-то вот, ну вот, встали, да, проснулись не с той ноги, в душах сходили, колокольчиком облились, и мир прекрасен, и все хорошо. Вот что-то такое. А гладиолус, это да, это прям такой вариант на каждодневочку, дешевенький, да. Верный боевой товарищ, когда денег нет, до зарплаты еще далеко, но чем-то хочется облиться. Люксовое звучание, очень приличное, классное. Третье место я, пожалуй, отдам а «Альпийской незабудке». Очень природная. Но вы знаете, вот самый стойкий колокольчик 100%. Вот как раз таки, да, на втором месте будет, наверное, либо подснежник, либо гладиолус, они как-то разделят. Вот это что-то вообще никак уже не звучит. Совсем не знаю. Не забудка вот это. Но аромат сам по себе очень органический. Он из всех из них самый такой органический, самый природный. Земля здесь, корневища, цветов, растений, мхи влажный лес после дождя, такой вот влажный воздух. Здорово, вот это вот кто любит, кто хочет именно вот такое природное направление для домашнего использования, это очень здорово сделано, это действительно вот натуральный такой очень аромат лесной настраивать на какой-то медитативный такой лад и для прогулки по лесу мне кажется он очень здорово подойдет классно значит четвертое место у меня займет обворожительный подснежник ой цепки очень аромат стойкий будет стойкий ну для меня это ландыш ландыш то есть никакого здесь подснежник не подснежник довольно простой плосковатый аромат вот даже тот же самый колокольчик мне кажется, он как-то разными гранями играет. Он такой какой-то, он, ну не знаю, он какой-то более живой, более такой вот э, подвижный аромат. А здесь, прям вот, ну, орет на этом ландыше и все. Не знаю. Такой вот моно, ну, классический такой вот аромат э, того времени, советских времен, одеколоны ландыш серебристый. Вот такие вот варианты. То есть. Ну ничего особо интересного, но я люблю, я люблю, как пахнет ландыш, подснежник, ода весне, пробуждению природы, да, почему бы и нет. Ну и к сожалению, хотя на него возлагались самые большие надежды, последнее место занимает барбарис, потому что, ну что-то как-то и не барбарис, и не яблоко, и не сирень, и все как-то серединка наполовинку, и не стойка абсолютно вообще. Хотя я думала, ну, вроде сладкий аромат, наверное, будет такая конфетка, газировочка сладкая. Ну, что-то как-то вот... Да, сирень здесь есть. Ну, сирень такая вообще дешманская, прям совсем. Вот взять, например, тот же самый... Долго мне его доставать, у меня там в коробке. Взять тот же самый Экля Дарпеш, да, там такая сирень, ну не то чтобы дорогая, но она такая вот, ну как сказать, цивильная, приличная, молодая сиренька. А здесь собирательный образ сирени вот этой советской одеколонистой. То есть, ну она здесь есть, конечно, но все такое какое-то, все такое дешевенькое, все такое топорненькое, все такое какое-то никакое. Ну, в общем, сделали бы лучше моно какую-нибудь барбарийскую конфетку, не клали бы сюда вот эти вот... Что они там положили-то, я уже не помню. Не клали бы сюда никаких сиреней, лучше бы сделали просто моно, да, такой для деток, да, для девчонок, для маленьких аромат конфетки, ну ладно. А, в целом и общем э, этими покупками я осталась довольна. Мне было очень интересно познакомиться, и мне было очень интересно сейчас с вами э, все это обсудить, послушать, да, почитать пирамидки, куда я попала, не попала. Интересный опыт. Вы знаете, мы настолько привыкли к разным вот, к разборам этих композиций, какие-то сложники, какие-то базы сложные, древесные. Вот буквально на днях мы с вами разговаривали про, про э, Жильзандер Сан, да. И иногда вот хочется этого глотка свежего воздуха. Это такая простая, такая, такая простая прелесть. Не знаю. Привет. Вот действительно, действительно. Ой, колокольчик Привет. Я сейчас сама больюсь, девчонки. А, действительно... Отсылка туда в детстве беззаботная, может быть, кто-то вот, да, жил в деревне в детстве, к бабушке, да, вас возили, вот это вот разноцветие, солнышко, травка везде, вот завалишься где-нибудь в поле, солнышко печет, тебя там бабушка ищет, орет, ты лежишь, соломинка во рту, понимаете? Такая прелесть, мне очень нравится. Как я буду использовать эти ароматы? Возможно, кстати говоря, что колокольчиком я буду поливаться и в пир, и в мир. Уж очень он мне нравится. Ну, остальными ароматами и гладиолусом тоже буду поливаться. В такие, как бы, да, на выход. Вот. Но остальные ароматы это интерьерный вариант. Вариант такой вот после душа, вариант антисептика. Как я уже сказала ранее, барбарис 100% будет у меня в сумочке лежать как антисептик. Вот. Могу ли я рекомендовать вам эти ароматы? Да, могу. Они очень недорогие, у них симпатичные такие вот ретро-упаковочки. Ну, я не вижу смысла ругать эти упаковки, что вы хотите. Эта серия всегда так выглядела. То есть, да, сколько лет она уже существует, и это какой-то такой вот ретро-привет, почему бы и нет в коллекции иметь несколько таких флакончиков. Я вам рекомендую лично с ними познакомиться, возможно, вы услышите что-то свое в этих ароматах. Носики у всех разные. Ну вот, как могла, по своим каким-то ощущениям, я постаралась вам доходчиво подробно их описать. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно приходите ко мне в телеграм-сообщество. Ссылочки, как всегда, я оставляю в описании под видео, в описании самого канала. Буду очень рада вас видеть. Прощаюсь с вами. Удачных вам парфюмерных покупок. И пока-пока.